В Муроме второй день подряд фиксируется 3 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших приближается к отметке в 600 человек. По области по сравнению с предыдущими сутками число заразившихся увеличилось на 4 человека. На утро 26 августа надзорные органы подтвердили коронавирус еще у 26 жителей региона. Общее количество активных больных на территории Владимирской области выросло до 592 пациентов. За минувший день один человек от COVID-19 скончался.